Так нам всегда тяжело играть против Северстала, потому что эти ребята хорошо катаются, они мощные. Просто мы имеем с этим проблемы, но сегодня мы с этим справились. Пропустили один гол в меньшинстве, играли очень много меньшинства сегодня, можно сказать, прежде всего там в третьем периоде еще два раза, даже перед концом игры, но как-нибудь выстояли и блокировали много бросков. Сложно в этой ситуации что-то говорить. Я только хочу Любомиру поздравить с победой. Вот, я думаю, что они заслуженно выиграли игру. Что касается нашей игры, ну, откровенно говоря, сталкиваюсь с этим впервые. Я только одно знаю. Раз команда плохо играет, виноват главный тренер. Поэтому я с ребятами сейчас поговорю после этого проигрыша. Разговор будет откровенный. Если чем-то, допустим, я их не устраиваю отношением или еще какими-то качествами, то я думаю, что надо будет вопрос ставить очень жестко, потому что впереди еще есть чемпионат, и можно исправить положение. Вот. Но, откровенно говоря, как профессионал, я считаю, что мы, тренерский штаб, делаем все возможное и даем то, что необходимо для игроков. А уже остальное все пусть разбирается, как, для чего и что делать. Вот это я только могу сказать.